Всем здорово, бандиты! С вами Осич, это новое видео, как фармить монеты в FK Mobile. Так что у вас лайки, подписки, let's go, погнали! В этом видео вы узнаете, как зарабатывать монеты в FK Mobile. Да, вы не ослышались, можно их фармить на данный момент. И это самый простой способ, который я нашел по фарму монет. Я думаю, сейчас у многих моих зрителей и подписчиков этого канала уже рейтинг 90+. А значит, игроков, которые ниже 90, нам качать, ну, как будто бессмысленно. И в этом есть хитрый лайфхак. Для этого можем использовать того самого вратаря, который падает нам базовый, это Дудок. И мы можем им вкачивать игроков самых интересных, там, продаваемых, например. И как раз-таки уже благодаря этому мы фармим с этого монетки. Наглядный пример. Давайте, секундочку, берем наш гаджет в руки. Самый интересный, популярный игрок это из команды Реал Мадрид сейчас на данный момент, это Винисио Джуниор. Да, вы не ослышались, не буду его сильно восхвалять. Например, данный игрок сейчас на рынке мы можем приобрести за 3 миллиона 150 тысяч монет. Если захотеть, можно и за 2 900, чтобы сэкономить. И вкачивая его одним дудоком, мы уже его продаем за 3 миллиона 840 тысяч монет. У нас сразу его заберут. Я думаю, за 4 200 тоже. Даже с вычетом 15% комиссии мы с вами получаем сколько? 3 миллиона 800 тысяч. То есть чистыми мы уже с вами получаем 600 тысяч монет. Но если мы берем всего двух дудоков, то есть качаем Винисио Джуниор до 91 уровня, мы с вами уже его можем продать за 6 миллионов 300 тысяч монет. Даже, в принципе, я думаю, он уйдет у нас быстренько. И то есть мы получим чистые прибыли. Получается 5 миллионов 700 мы получим с учетом вычета 15% комиссии. Уже 2 миллиона 700 тысяч монет. Просто с одного круга. Да, для этого нам потребуется 2 дудока. Вы спросите, а как самих дудоков нам приобрести-то? А самих-то дудоков, самый главный секрет, можно приобрести, во-первых, это зимние джокеры, путь мастера проходя, он нам падает на 12-й награде, их тоже большое количество, чем больше откроешь, по сути, тем больше шансов у тебя и будет. Также дудоков мы приобретаем за 3 круга, это 2 еще, потом мы приобретаем 91-го Хавьера Маскирана, это как раз для прокачки игроков и рейтингов свыше 90, для той же продажи, например... Рейтингом выше 90, самая пиковая охрененная награда, которая она может быть, это если нам выпадет Лионель Месси, например, зимних джокеров 95 рейтинга за 300 миллионов монет. Мы возьмем, в него вкачаем одного Маскирана и продадим его за 420 миллионов. С вычетом комиссии мы продадим, получается, за 380 миллионов. Мы получим 380 миллионов просто за счет за то, что нам выпал Месси. А это можно просто квартиру в центре Москвы купить за эти FIFA поинты. Также нам падает еще один Хавьер Маскирана. За 18 награду нам падает 3 дудока. Это можно 2 круга сделать почти целых. И также еще один Хавьер Маскирана. Это один пункт, откуда нам падает. Также мы можем выловить дудоков. Это ежедневные тренировки. Тогда мы это можем выловить 4, но в принципе завтра можно уже выловить 5. 5 дудоков, а это еще 2,5 круга. Это мы уже получаем в сумме 9 дудоков, если не ошибаюсь. Также дудоков мы можем получить с вами с абонемента зимних джокеров. Тут мы можем без пропуска получить одного дудока. Вот, а в сумме, если еще купим пропуск, получим второго дудука, еще Хавьера Маскирана, Дембеле, а также мы получим с вами Сон Хён Мина. Также национальная доблесть, там можно выловить дудука, в принципе, тоже. А нет, тут дудоков нельзя выловить, тут можно выловить как раз таки Хавьера Маскирана, 91-го это раз. Также с обменов его можно выцепить, вроде бы, нет, с обменов его нельзя выцепить. Вот, также можно, в принципе, тут Хавьера Маскирана в национальной доблести выловить. Также можно у нас выловить Хавьера Маскирана как раз-таки в паках, которые мы будем открывать за купленные FIFA Points, либо за кристаллики. Тут тоже Маскирана можно выловить 91-го и использовать на вкачку наших игроков. Наглядный пример, сейчас видите на экране, вот все это время происходит. Вы видите, что мы купили с вами наглядный пример игрока 89 рейтинга. Сейчас даже скажу вам конкретнее, кого мы купили с вами. Это был Беллок. Купили мы его за 4 с лишним миллиона. Вкачали на 2 пункта и продали за 7. Чистая прибыль у нас, если не ошибаюсь, 2-3 миллиона почти получилось. Таких кругов можно делать сколько угодно, потому что дудоки нам падают в неограниченных количествах. Также дудоков, в принципе, даже не дудоки, а те же монеты, ну и Хавьера Маскирана можно фармить. Вот в таком вот событии мы, кстати, недавно получили с вами Хавьера и вкачали нашего одного игрока, не помню точно какого, но вот один еще Хавьер Маскирана, который нам выпал. Также всякие крутые игроки нам падают, тоже их можно фармить спокойно с событий и как раз тоже продавать, даже их просто не обязательно покупать на торговой площадке как раз таки, а можно брать и этих игроков самих вкачивать и продавать уже в разы дороже. Думаю, что некоторые как раз таки не делали, продавали игроков за базу, хотя можно было продать чуть подороже. Вот, например, вот тут мы можем выловить игрока аж 95 рейтинга, того же Месси, в принципе, можем выцепить и как раз таки уже продать, реализовав большую себе прибыль, чем нам как бы предоставляет FIFA. А это несколько десятков, а может и сотен миллионов монет. Нет.
Вот такое вот видео было. С тебя лайкусик обязательно. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан, потому что будет куча годного контента. Спасибо за просмотр. С тобой был твой Осич. Обнял, поднял. До новых видео.